Акцию «Комфорт с интеллектом» от Fujitsu запустили 1 июня. Условия участия в ней просты. Купить сплит-систему, заполнить анкету на сайте компании, немного везения, и каждый обладатель кондиционера под брендом Fujitsu может получить в подарок современный планшетный компьютер. Сегодня в офисе компании «Альпика Строй» официального представителя фирмы Fujitsu в Сочи подвели итоги акции. Специально для вручения подарка победителю на курорт прибыл гость из Японии Шинсаку Адажима. Мы гордимся и можем сказать, что вся продукция компании Fujitsu производится по высоким технологиям. Подтверждением тому может являться тот факт, что все больше и больше людей по всему миру используют нашу продукцию и дают ей высокую оценку. Первым победителем акции «Комфорт с интеллектом» от Fujitsu стал Николай Шерметинский. Говорит, победа для него полная неожиданность. Тем более, что подарок, можно сказать, двойной. Высокое качество приобретенного кондиционера, а теперь еще и высокие технологии в форме суперсовременного компьютера. Получил вот этот прекрасный, современный, качественный планшетный компьютер фирмы Fujitsu. Благодарю за прекрасную организацию этой акции компанию «Альпика Строй». Ну, а качество фирмы Fujitsu как бы известно. Поэтому дальнейшие их успехи в России и всего самого лучшего. Японская фирма Fujitsu входит в тройку лидеров по производству электроники и систем кондиционирования. Надежность и высокий уровень климатического оборудования уже оценили сотни сочинцев. Кстати, получить в подарок современный планшет от Fujitsu может каждый. Акция продлится до 1 сентября. Подробности в компании «Альпика Строй» на Туапсинской 7. Ольга Десятова, Борис Осин, телекомпания СКТ.